Хочется сказать о том, что Оренбуржье – это все-таки край казачий. Казачьи народные песни представляют собой уникальный пласт народного творчества. Они уходят корнями в историю множества народов. Аплодисменты! На нашей сцене Роман Султиев, солист вокально-хоровой студии «Наследие» районного центра «Досуга». Самое солнце просияло, там чоярный ворон прокричал: прошли часы мои до минуты, когда я с девчонкою гулял, прошли часы мои до минуты, когда я с девчонкою гулял. Спешую на улицу к друзьям, теперь мне служба предстояла. Спешую я коника седлать, теперь мне служба предстояла. Спешую я коника седлать. Седлаю я коня гнедого, черкесским убранным седлом. Ой, сяду, сяду и поеду чужие дальние края. Ой, сяду, сяду и поеду. И кровь горячая прольется, прольется быстрою рекой, а сердце, сердце встрепенется, и не вернусь я в край родной, а сердце, сердце встрепенется. Прощай, родимый хуторок, прощай, девчонка молодая, прощай, лазоревый цветок. За лесом и солнце просияло, там чоярный ворон прокричал: прошли часы мои до минуты, когда я с девчонкой.